Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назарий. В жизни бывает так, что работаешь ты себе спокойно, и внезапно любимая бабушка или пожилая соседка делает тебе замечание и говорит, что «Внучок, сегодня работать нельзя, сегодня праздник». Кто-то задумается и спросит, а что за праздник? Кто-то, наоборот, отмахнется и продолжит дальше работать. Православный христианин в это время уже стоит в храме и молится, потому что знает, что сегодня праздник, и нужно посвятить свой день Богу. Нужно ли во время праздников быть в храме на молитве, и действительно ли нельзя работать во время церковных праздников? Об этом мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского города Новокубышевск, отцом Александром Мищенко. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Отец Александр, как православным христианам правильно проводить дни церковные, день воскресные, дни праздников? Как действительно по-православному, по-правильному эти дни провести? Ну, мне кажется, для христианина, который ходит в храм, и этот ответ однозначно понятный. Невозможно себя представить дома или где-то еще, когда в храме совершается праздник какой-то большой, и там пришли все твои друзья по вере, твои собратья, там совершается литургия. И для многих праздник — это именно причастие. Многие готовятся к причастию, к праздникам большим. И поэтому для христианина, который ходит в храм, ответ простой. Я не могу не быть в праздник в храме. Я в храм пойду обязательно. И это касается и больших праздников, и в том числе и воскресного дня. Потому что воскресенье для нас — это Малая Пасха. Он так называется — воскресенье, день воскресный, день воскресения Христова. В этот день служба, она отличается такой именно пасхальной какой-то окрашенностью. И вечерняя служба в субботу вечером, кстати говоря, которая, к сожалению, многие почему-то считают, что можно пропустить, но там очень много именно пасхального. Поется в воскресенье Христова, видевшее всем храмом, как это поется во времена Пасхи и после пасхального периода всего. Там и читается воскресное Евангелие про воскресение Христова. И все богослужение, оно скрашено пасхальной радостью. И даже некоторые священники, я знаю, что во воскресенье всех поздравляют возгласом «Христос воскресе», как будто на Пасху, весь храм отвечает «Воистину воскресе». И в этом плане воскресный день тоже праздничный для нас является. И человек должен стремиться в этот пасхальный день в храм. И это нужно не Богу, это нужно не батюшкам. Хотя батюшкам это, конечно, радостно и приятно, когда полный храм людей. Это нужно самим людям. Потому что в нашей жизни, которая, особенно в последние годы, становится сложнее и сложнее, и запутаннее из-за всех событий, происходящих во всем мире, человеку сложно становится сохранять внутреннюю радость, внутренний мир. Мы раздраены новостями то про ковид, то про СВО, то про повышение цен, то про повышение бензина, какие-то события, там, ну, все-все-все. И обновление внутренней радости мира — это одна из задач воскресного дня. Ты пришел в субботу вечером на службу, ты пришел в храм в воскресенье утром, ты, может быть, там исповедовался, поплакал о своих грехах, честно перед Богом, а может быть, там еще и причастился, и ты выходишь в воскресенье со службы, и как будто бы и небо голубее, и трава зеленее, и люди как будто добрее, и есть сила жить, и быть человеком. Вот что самое главное, должна давать воскресная служба, что есть сила учиться быть дальше человеком, поступать так, как велит совесть и Евангелие, и иметь внутреннюю радость. Вот для чего нужно воскресение. Там есть таинство. И поэтому, конечно, человеку, который ходит в храм, невозможно себя представить вне храма, как во время праздника. Мы должны прийти в храм. Я понял. Батюшка, хорошо, человек, вот праздничный день, допустим, воскресенье, человек пришел в храм, помолился. Хорошо, служба закончилась, у человека еще весь день впереди.
То есть он должен как-то весь оставшийся день тоже как-то Богу посвятить? Или, ну, я с утра сходил в храм, помолился, ну, можно и отдохнуть. То есть как по-правильному вообще христианину? То есть ему нужно все-таки весь день потом еще чем-то заниматься, там, не знаю, может быть, там дома почитать внимательно Евангелие, там, провести время с близкими, да, там, может быть, в беседах о Боге. Или как бы на самом деле, ну все, ты с утра помолился, можешь отдохнуть, можешь заниматься своими делами. То есть где, ну, здесь? Некоторые именно так воспринимают. Но давайте обратимся тогда уже к Ветхому Завету, к Писанию, потому что мы же все должны брать из Писания. И Господь явно нам сказал: «Шесть дней работай, а седьмой день посвяти Господу Богу твоему». И это было сначала у евреев, у них это был день субботний, шаббат, когда еврей ничего не мог делать, кроме службы и определенных, отчитанных вплоть до шагов, каких-то занятий. И в этом есть некий такой глубокий смысл. Это не просто ограничение, что ничего не делать, а смысл был в том, что шесть дней человек работает на себя, он в этом мире творец, он что-то делает, совершает, а седьмой день он должен убедиться, что он не творец в этом мире, и что мир движется без него дальше. И вот еврей, скажем, тогда сидел в субботу, вокруг кипела какая-нибудь жизнь, допустим, у язычников, и там, например, говорит: «О, вон там, не знаю, там колбасу там по 7,50 сбросили, как в советские годы было. Ему хочется бежать, там что-то дают, надо брать, бежать скорее». А у него шаббат. И он понимает, что он должен сидеть, и вот вся эта жизнь протекает мимо него, а он сидит и созерцает этот мир, и понимает, что Бог творец всего, что я не могу быть всегда творцом всей жизни, есть кто-то выше меня, который творит мою жизнь. И в этом у иудеев был глубокий смысл, который, кстати, не все тоже иудеи потом потеряли и дошли до какие-то мелочи, и даже Христа упрекали в том, что он делает что-то не так в субботу. Исцеляет, да, людей. Исцеляет, рвут колосья, потому что потерялся смысл. Но ведь этот закон не был никем отменен. Христос не сказал, что все, можете теперь 7 дней работать. И в наше время этот закон для всех христианин так остался. И мы должны его исполнять. И в этом плане нужно правильно его осмыслить. Как мы должны его осмыслить? Шесть дней я работаю, а седьмой день я не должен работать на себя. Я должен посвятить день Богу и близким. То есть я могу работать, но я могу работать не на себя. Я могу пойти, там, допустим, к маме и у нее помочь покрасить забор. Это будет не на меня, потому что я работаю не для себя. Я работаю для... как вариант. Сделать добрые дела. Пойти там к какой-нибудь соседке и там проведать просто ее, принести ей пироги, угостить ее, сказать: «Баба Маш, как ты поживаешь?» Даже можно я верю, ничего не говорить, просто проявить внимание к человеку. Можно с детьми посвятить день детям, поехать с ними в парк. Вообще хорошо вот устроить детям праздник в воскресенье. И, кстати говоря, это вопрос о том, как детей приводить в храм, что у детей должен воскресный день быть ярким и радостным, должны ждать воскресный день. С ними пообщаться, поиграть в настольные игры, сходить в какое-нибудь доброе кино, в конце концов. То есть посвятить этот день не наращиванию капиталов, не совершению каких-то своих личных дел, а как-то особо проводить этот день. Не знаю, что нужно плевать в потолок, потому что сегодня воскресный день, и себя этим еще оправдывать. А я не могу ничего делать. Если ты, допустим, 6 дней работал, и ты приходишь в воскресенье, у тебя посреди комнаты лежит гора каких-то вещей неразобранных. Думаешь: «А, сегодня воскресенье, пойду еще полежу, и что-нибудь еще сверху на эту гору кинешь до кучи», то это будет уже грех. Потому что ты лучше возьми и разбери наконец-то эту гору, чтобы твоим близким стало приятно, чтобы дома стало чисто, если ты не успел по какой-то причине вот в 6 дней это сделать. Как раз подход и к следующему вопросу, то, что все-таки какая-то работа все-таки допускается в праздничные дни, если это, ну, подразумевает действительно что-то благое, что-то доброе. То есть не так, что все, если праздничный день, в бане мыться нельзя, полы мыть нельзя, это прям вот строгое табу. Все-таки не настолько все плохо, правильно? Слушайте, насчет бани, конечно, это вообще такой вопрос краеугольный для христианина. Мыться или не мыться, вот в чем вопрос. Да надо мыться
до праздника. Надо мыться накануне, надо в храм прийти в праздник, помытому, пушистому, причесанному, в глажной рубашке, в красивом одежде, в хорошем выстиранном платье, с прической. Домашним в храм прийти чистый, наряженный. А чего же потом мыться-то в праздник? Надо мыться до. Другой вопрос, что для кого-то баня — это способ отдыха такой. И тогда уже надо разбираться, как вы там в баню ходите, с чем вы вообще, чем вы там занимаетесь. И если как баня как отдых, то в воскресенье, конечно, и в праздник большой, наверное, баня не совсем уместна. Потому что она как бы нарушает даже внутренний какой-то дух праздника. Но эти вещи несовместимы. Вот. Насчет бани, в общем, ходить надо заранее в баню, до праздника. А насчет дел, конечно, человек, христианин, он вообще труженик любой. И Господь порицает всякую лень. Поэтому мы можем и должны трудиться. Только ради кого? Ради чего? Это должны что-то сделать ради Христа в этот день. Кому-то там отвезти куда-нибудь, кому-то помочь. В общем, провести день ради Христа. Стараться вот день какой-то один выделить. И в него уже не откладывать, не планировать какие-то там не сделанные за всю неделю дела. Отец Александр, а будет ли считаться почитанием праздника, если человек, допустим, в храм не ходит, да, не воцерковленный, но вот он как бы соседка ему сказала, а сегодня праздник, а он думает, все, ладно, вот я не буду сегодня в огороде, весь день буду лежать, телевизор смотреть, как бы работать нельзя, значит, ладно. Как бы считается, что он посвятил свой день Богу и почтил праздник? Или все-таки, уж лучше иди в огороде поработай, ты все равно в храм не идешь, хотя бы хоть что-то доброе сделаешь? Как вот в этом плане понять? Потому что многие люди считают, что они именно так и почитают праздник. Там в храм я не хожу, хотя бы там в огороде сегодня копаться не буду. В селе, допустим, где-то, да, там не в городе, в селе, допустим. На самом деле, это тайна Божия, как Бог вообще воспринимает все наши поступки. Господь говорит: «Чадо, дай мне свое сердце». Он ищет наше стремление, Он ищет наше намерение. И для кого-то, может, и правда вот такое почитание. И Господь как бы чуть-чуть и примет, скажет, человек почитает праздники все-таки. Не совсем, если, конечно, он себя не оправдывает. Потому что здесь легко себя просто оправдать перед женой или тещей, или кем-то еще, или к начальникам сказать: «А я сегодня не могу работать, у меня сегодня там главы предтечи, я сегодня должен целый день лежать». Если ты себя оправдываешь, то есть надо смотреть на сердце человека. Если у него действительно такое рвение, и он себе запрещает, он понимает, что у него там горит помидоры, у него там только-только вот сейчас дождь, скоро начнется, но скоро. А он говорит: «Нет, вот ради Божьей Матери сегодня я в храм не хожу, хотя бы это буду делать». Я думаю, что Бог такое может принять. Отец Александр, еще вопрос. Вот человек, который хочет провести праздничный день с Богом вместе, он хочет его провести с самого начала. Вопрос: когда начинается праздник церковный? Мы ведь знаем, что празднование уже начинается накануне, с вечернего богослужения. Как вот и вы в том числе упомянули, да, про вечернюю субботнюю службу. То есть получается уже почитание праздника и работа для души, для ближних, для Бога, она, получается, с вечера накануне должна начинаться? Или когда? Это если до тонкости всех докапываться, то что хочет вот человек в совершенстве заповедь исполнить, когда ему начинать, с вечера или все-таки утром в праздник, или с вечера накануне? Мы рискуем уйти в фарисейство и написать, как у иудеев к Евангелию, еще кучу объяснений на каждый шаг. И на самом деле праздник начинается с вечера. Начинается с вечерней службы, и если быть точным, то кто знает, то храм ходит с входа на вечерний. Вот с этого момента начинается новый день церковный, и начинается праздник. И поэтому, конечно, вечером важно в праздник быть на службе. Но, тем не менее, что касается поста, потому что когда, кончается пост, и у тебя уже вечером наступил праздник, поститься мы продолжаем до полуночи, даже не до полуночи, а до окончания литургии на следующий день. Правильно, по-хорошему. То есть праздник по церковному начинается с вечера, но как бы сам праздник утром начинается. В плане поста точно. Да. И каждый должен поступать по своей личной совести. Бывает человек работа. Он должен пойти на завод на смену.
он должен пойти в скорую помощь, вступить в дежурство или военный человек, и он не может прийти в праздник, то это не является какой-то причиной, что он как, там, нарушитель или там, пропускает. Но, кстати говоря, вот, важно заметить, про воскресные службы не забыть, что есть апостольское правило, которое не все, кстати говоря, знают, что если человек три недели подряд без уважительной причины, ну, там, скажем, какой-то работы или чего-то еще, пропускает три воскресные службы подряд, то он Духом Святым отличается и от Церкви, и от Христа. И по строгости апостольской, как они вот, они строгие, кстати говоря, можно человека даже крестик снимать, он отлучён от Церкви, отпевать его нельзя. И потом в храм возвращаться нужно через покаяние, что «Господи, прости меня, что я три недели не был, просто не был в храме, ну, просто не был без важной причины». И в этом плане мы должны это знать. И если ты две недели не был в храме, все бросать и бежать, спрашивать своего начальника, ну или в другой день прийти, в субботу. Но мы сейчас не придерживаемся все-таки такого строгого подхода. Он есть, и мы должны помнить об этом. Да, ну как напоминание людям, да, но практика показывает, что люди просто даже не знают об этом, к сожалению, зачастую, даже не понимают, что даже сам день воскресенья, он так и называется, потому что празднуется воскресение Христа. Поэтому здесь как бы даже, да, то есть люди просто не знают этого. А те, кто в храм ходит, я думаю, они прекрасно, ну хотя бы, может быть, даже слышали о том, что, да, была такая мера прещения, если человек три воскресенья пропускал. Вот вы упомянули о том, отец Александр, что в определенных ситуациях все-таки допустимо пропустить богослужение праздничное, воскресный день, когда, например, человек находится на службе определенной, да, там, смена в скорой помощи, там, пожарником там, или в МЧС где-то трудится. А есть ли еще какие-то вот оправдательные причины, по которым человек может пропустить богослужение? Тяжелая болезнь, например. Когда сам болеешь, куда же там пойдешь? И других не стоит заражать идти, когда болеешь сам. Когда ухаживаешь за больным, не всегда есть возможность пойти в храм. Конечно же, это понятно. Какие-то еще бывают там ЧП, не знаю, там трубу прорвало, куда же ты там денешься от своей трубы. А так, по большому счету, мы должны сами себе давать отчет своей совести. Почему я пропускаю службу? Уважительная причина или нет? Как я потом, что я Богу скажу, почему я не был? То есть мы должны по-хорошему сами себе давать вопрос, прав я или неправ в данной ситуации, или со священником посоветоваться, батюшка, вот как вот быть? Могу я не прийти или не, как с духовником? Дай Бог, чтобы у каждого человека был свой духовник, священник, которому они доверяют и могут с ним советоваться. Конечно, бывают такие причины, но их, я думаю, что крайне мало. Получается, важно, чтобы у самого человека было желание посещать храм и богослужение. Если у человека этого желания не будет, он просто будет постоянно себе искать... Без этого вообще ничего не получится. Да, он будет постоянно себе искать оправдание. Конечно. И как бы, да, то есть он не будет искать пути, наоборот, решения вот сложившейся ситуации в том, как мне посетить храм, как мне все-таки построить график своей работы, да, своей жизни, чтобы иметь возможность посещать храм. Кто-то не приходит в воскресенье, он приходит другой день, в субботу приходит, приходит в пятницу. В некоторых храмах бывают ранние службы. Вот мы стараемся делать на большие праздники две службы, даже в будни, особенно в будни. Ранние, поздние, чтобы в 7:40, скажем, закончилась уже служба, и человек мог почти на любую работу успеть. И многие так и пользуются. Они встают пораньше, приходят к 6 в храм, зато они побыли на праздник, на другие, и потом не целый день уже освящен праздник. Отец Александр, а допустимы ли земные поклоны в праздники церковные? Потому что это, ну, тоже один из распространеннейших вопросов о том, что можно ли дома делать земные поклоны во время праздников, или там в храме во время богослужения, там воскресные дни или двунадесятые праздники. Там, может быть, бывает у человека вот внутренний такой порыв покаянный, да, и во время литургии человек хочет встать на колени и помолиться, а люди рядом стоят, что праздник, нельзя. Вот как в этом случае поступать христианину? Ну, у нас в церкви есть правила определенные, и говорит нам устав и решение святых соборов, что нельзя делать земные поклоны в дни больших праздников, Пасху и Рождество Христово, и в течение потом святок, то есть от Рождества до Богоявления, до Крещения. И после Пасхи мы не делаем земные поклоны до
Святой Троицы. В эти дни вообще запрещено даже делать дома земные поклоны. Там об этом прямо написано. Скажем, на Страстной Седмице там еще дома делаем, в келье делаем поклоны, а в храме уже не делаем поклоны. А, кроме этого, не делаются земные поклоны в храме во все 20-е праздники и в великие праздники. И не положено делать их даже на литургии. И в воскресные дни, кстати говоря, тоже не положено делать поклоны земные в храме. Но не положено, потому что воскресенье — большой праздник, и это есть послушание церкви. Если уж тебя даже распирает, то святые отцы говорят: смирись и в своем сердце внутренне поклонись, тогда ты будешь исполнять слова Христа, что затворить в келье твоей, и там тайно воздай Богу свое поклонение, и Господь тебе даст явно. Поэтому да, в воскресные дни мы не делаем совсем поклон в храме. А в остальные дни положено делать поклоны литургии, положено делать во время приложения святых даров, когда поется «Тебе поем, Тебе благословим». Во время «Достойно есть» делать поклоны, во время «Святая святым» делать наземный поклон и наземной поклон. И во время вынесения чаши, когда выходит на причастие. И в конце, когда священник еще в чашу последний раз являет людям, говорит «Всегда ныне пресная во веки веков. Аминь». То тоже по некоторым традициям можно делать земной поклон. А что такое земной поклон? Это значит встать на коленочки и головой доклониться до земли. Потому что не все понимают, некоторые считают, что это просто стоять на коленях. Стоять на коленях вообще такого, в принципе, в уставе церкви нет. Есть такая традиция благочестивая. Вот. Поэтому вот есть какие-то моменты. Великим постом, например, принято входить в храм земным поклоном. Просто в храм заходить земным поклоном и выходить тоже земным поклоном. Не все это делают, не всем это удобно, потому что там где-то полы грязные и прочее. Но вот такое правило есть. Поэтому в праздники мы, конечно же, не делаем ради торжества, ради Христа земной поклон. Еще есть такая традиция благочестивая: когда ты причастился, то тоже не делать земной поклон. До какого момента? Ну, получается, до вечерни. До вечерни этого дня. И, кстати говоря, об этом нам говорит богослужение Святой Троицы, потому что мы там на праздник причащались, и тут же начинается вечерня после литургии, на которой делать земные поклоны. Она, по-хорошему, должна совершаться вечером, но ради того, мы совершаем ее сразу. И, казалось бы, таких всех противоречий, праздник большой, причащались, и тут на колени стоять земные поклоны делать. Несоответствие. Потому что уже вечерня наступила, и земные поклоны делать можно. То есть вечером уже поклоны делать можно? Да, вечерня. Еще последний вопрос. Отец Александр, есть ли какая-то, может быть, этика замечаний в храме вообще, как вот по поводу того, что вот, ну, например, не знает человек, что нельзя делать земные поклоны. Он встал на колени и во время праздника молится в храме. Человек стоит рядом, верующий, который все знает прекрасно и хочет просветить своего собрата по вере. И он к нему подходит и прямо во время службы его одергивает, говорит: «Вставай, поклоны в праздник делать нельзя». Вот если здесь какая-то у нас этика поведения, все-таки нужно делать замечание, не нужно, или это должен сделать сам священник, или это должны сделать сотрудники храма. То есть как вот просто человеку вести себя, если он видит, что рядом вот брат по вере или сестра допускает ошибки, вот именно вот, ну, скажем так, в таком внешнем делании церковном. Во-первых, мы должны в этом брате видеть брата. Ведь человека, который пришел в храм, и, во-первых, он пришел в храм, и это здорово, что он пришел в храм. И мы должны это уже оценить и как бы благословить, что как хорошо, что человек вообще в храм пришел. Второе, понять, что вот у человека такой пока порыв, и по руководству своей любовью внутренней поразмышлять, как правильно ему делать замечание. Потому что замечание делать — это очень сложная задача, в общем. Очень сложное. Например, Силуан Афонский вспоминает, что когда-то он был таким молодым повесой, первый парень в деревне, с кудрями, русский парень наш. И он особо-то не верил. И пример вспоминает, что папа постился у него летом, Успенский пост, и он ему сварил мясную похлебку. Успенский пост, когда строгий пост. И он эту похлебку несет папе в поле, и дает отцу, отец ее берет и ест мясную похлебку
строгим постом. Ее все съедает, и потом наступает праздник, и папа подзывает сына к себе и говорит: «Сынок, помнишь, ты мне принес похлебку мясную постом в поле?» «Да, пап, помню. Я ел ее как тухлятина, если по-русски перевести, как стерву, как тухлятина ел». И Силуан был очень удивлен, что папа не сделал сразу замечание, не дал ему подзатыльник, не вылил похлебку на землю, не надел ему котелок на голову и сказал: «Ты сам не веришь, еще и меня тут мясом смущаешь». Дождался, когда будет большая радость, чтобы вот эта вот огромная радость утопила в себе эту маленькую горечь от упрека. И вот мы должны как-то, видимо, тоже быть такими мудрыми. Где-то и правда нужно сказать: «Брат, вот так вот делать не стоит». Но нужно сказать так, чтобы человек услышал слова, а не упрек. И в этом плане самое сложное. Если ты знаешь, что человек раздражительный, если ты знаешь, что ты обычно, когда говоришь, что все обижаются, то вряд ли ты сможешь сказать так, чтобы он услышал не твое раздражение, не твой посыл негативный, а слова. То есть, если ты знаешь, что ты не можешь сказать «хорошо», лучше промолчи. Если ты знаешь, что ты, «да, я сейчас могу сказать так, что вот человек воспримет», то как-то надо делать это очень тактично, аккуратно, чтобы человек понял тебя, услышал тебя. Вот. Мы должны быть очень внимательны. Можно человека навсегда отвалить от храма, от Бога, и ты потом будешь в этом виноват. Там мама молилась все детство за человека, духовник там молился за него. Человек шел долгим путем, пришел в храм, только-только нащупал ниточку какую-то правильной веры, и тут ему даешь пощечину своими словами, и он навсегда уходит из храма, и ты будешь виноват потом перед Богом отвечать, что этот человек навсегда ушел. Будем находить добрые слова для наших прихожан, для наших собратьев, сестер по вере, чтобы было и правильное понимание почитания праздника церковного, и действительно мы старались находить время для Бога, потому что в этой суете, в постоянных делах очень тяжело запутаться, очень тяжело утонуть во всем этом. А, как вы сегодня сказали, действительно остановиться на какой-то момент, немножко понять, что мир без тебя не разрушится, что не ты центр Вселенной, а что есть Господь Бог, к которому мы стремимся. И чтобы вот этот действительно воскресный день и дни праздничные помогли нам проникнуть вот в эту тайну божественную, божественного промысла, божественной любви, и чтобы все это нас приблизило ко Христу и Богу. Спасибо, отец Александр, большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо. Напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе контакта телеканала «Самара ГИС», раздел «Передача просто о вере». Ангелов всем хранителя. С Богом!